Для гармоничного развития питомца необходимо правильно кормить. Но что такое правильное кормление? Это далеко не только качество и хороший состав, как думают многие. Правильное кормление – это еще и соответствие корма потребностям организма на конкретном жизненном этапе, быстрый рост, беременность, стерилизация, пожилой возраст и ПР. Соответствие нормам кормления, чтобы питомец не переедал и наоборот, соблюдение режима кормления, регулярное наличие рядом с кормом свежей питьевой воды, стабильность рациона, кошку или собаку нужно кормить только предназначенными для этой цели продуктами, но никак не деликатесами со своего стола. Если выдержать все эти критерии, щенок или взрослая собака, котенок или взрослая кошка будут ежедневно получать все необходимые питательные вещества и давать витамины им будет не нужно. Есть только одна проблема, в домашних условиях хозяину, тем более неопытному, очень сложно учесть все эти нюансы. Поэтому при натуральном типе кормления ветеринарные врачи рекомендуют давать кошкам и собакам специальные витаминно-минеральные комплексы. Это необходимо для хорошего самочувствия питомца и ухоженного внешнего вида. При натуральном типе кормления собакам и кошкам нужно давать витамины. Ситуация меняется, когда хозяин на регулярной основе дает питомцу сбалансированный готовый корм суперпремиум класса, неважно, влажный или сухой. Если корм подобран правильно, то есть соответствует породным и индивидуальным потребностям собаки или кошки, дополнительные витамины и минералы питомцу не нужны. В кормах суперпремиум класса состав строго сбалансирован, и питомцу больше ничего не требуется. Важно только подобрать подходящую линейку. Например, для котят и щенков нужно выбирать соответствующие линейки, а не кормить их рационом для взрослых кошек. Стерилизованным животным, а также животным со склонностью к аллергии и другим заболеваниям, также нужны специализированные корма. Если вы кормите питомца готовым кормом суперпремиум класса на регулярной основе, дополнительные витамины и минералы ему не нужны. Если вам кажется, что выбранное питание не подходит питомцу, обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом. Желаем вашим питомцам только первоклассного и очень полезного меню. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.